Мы должны из всего, что происходит сейчас, и надеемся, что это последняя война, которая происходит сейчас в человечестве, что на ней мы научимся, что нет больше места подобным отношениям между людьми, потому что это противоречит тенденциям природы. Да, Дуди. А почему это вдруг должна быть последняя война? Ведь по мере приближения к концу исправления должно быть все больше и больше войны. Это не войны. Да, ты прав, но это выяснение. Это выяснение за исправление. А такие войны — это выяснение о неисправленности. А какова разница между ними? То, что в тех войнах, которые сейчас происходят, есть много войн в разных местах по всему миру. Этим мы выясняем, насколько мы в нашем эгоизме не можем добиться успеха. То, что мы нуждаемся в другой силе, которая будет воевать, и чтобы она боролась за объединение, а не за власть. В этом разница между войнами, которые были до последней войны, войны Машеха, то, что называется. А война Машеха — это сила, которая вытаскивает нас, вытаскивает из эго ради отдачи. А какие войны будут вот сейчас и дальше? Не физические. Я надеюсь, что все войны в силах исчезнут со временем. Будут разные примеры, но со временем они просто уйдут со сцены, останутся только выяснения. Может быть, крики, может быть, какие-то небольшие конфликты, скажем так, с помощью которых будет происходить выяснение, как мы приходим к выяснению, к знанию, каким образом мы можем приблизиться к хорошему, доброму будущему, и чтобы оно соответствовало законам природы. Это важно. А что значит правильно? Правильно, то есть чтобы следовало законам природы, чтобы природа не отрицала его. И все человеческое общество в общем и целом соответствовало тому процессу, к которому природа движется. Так народ будет воевать с народом в чем? В чем будет внутренняя война? Я думаю, что будет внутренняя война, не физическая, а только над выяснениями. Что же такое истина? И, допустим, как между учеными, которые тоже находятся в противостоянии друг с другом. Но понятно, что это выяснение ради выяснения истины. И так и будет. То есть нет конца войнам, пока мы не достигнем буквально полному окончательному подобию в общем кли Адам решен, когда все объединятся. Так вот, пока не объединимся. Разумеется, есть неподобие между разными частями, на разных уровнях, в разных проявлениях, и все это называется войной. Но такие выяснения — это будут выяснения ради достижения общего единства. Так вы видите, что в ближайшем будущем человечество прекратит физические войны и перейдет к идеологическим? Да. Будет все более и более ясно, что мы находимся в войнах. Но не идеологических, но станет все больше понятнее, где мы существуем. И не должно быть больших отличий, к чему мы должны прийти. А мы наверняка должны достичь единой природы, единого шара, сферы, когда мы все включаемся в этот шар. И все должны восполнить друг друга в самых разных проявлениях, пока вся эта мозаика в пространстве, многомерном пространстве, не трехмерном, буквально в многомерном, пока вся эта мозаика полностью и целиком не соединится
и не сформируется. На продвинутых ступенях мы говорим, что это, скажем, как Раби Шимон, что была ненависть такая, что хотели убить друг друга. Это будет выражаться только внутренне? Нет, то, что происходит выяснение, и в таких состояниях, подобно Раби Шимону, они, конечно, были, будут на высоких уровнях. Это... Это все, когда кто-то стоит в противостоянии другим, но в противостоянии мнениям. Но это не значит, что такое непонимание приводит к физическим войнам, когда я убиваю того, кто со мной не согласен. Были такие события и среди ученых. Ну, когда такое было? Я думаю, что в будущем сопротивление, столкновение, это противостояние будет очень-очень большим. Но оно будет не ради того, чтобы убить другого, чтобы я был прав силой, а чтобы я был прав со стороны разума, в выяснении. И эталоном будет Творец. И отсюда следует противоположная тенденция. Я должен помочь всем тем, кто против меня, чтобы вместе с ними выяснить истину. И тогда неважно, с кем истина, главное, что это истина. Потому что таким образом мы приближаемся все. И те, кто за, и те, кто против. Те, кто был против, те, кто были не против. Мы всегда таким образом продвигаемся вместе к Творцу. И поэтому тут нет разницы между правым и неправым. А изначально мы понимаем, что так Творец проводит выяснение через то, что дает каждому противоречивые мнения, чтобы мы прониклись, чтобы включились, и то, что истина должна быть выше, чем противоположные знания.